Всем приветики, с вами Лиз, и мы продолжаем играть в Tavern Manager Simulator. Так что тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и не забудь свой царский лайкосик. Как только мы набираем 30 лайкосиков, на следующий день выходит ролик, и ты с этим прекрасно справляешься, так что давай. Что ж, начинаем, мы сегодня уже точно выполним эту задачу, если... После этой задачи у нас не откроется задание на выполнение нового левела, покупки нового левела таверны, то я не знаю, что делать. То я без понятия. Я уже тогда без понятия, что с этим делать. Оно реально так затягивается сильно. Мне тоже в комментариях написали, что они тоже играют на этих левелах, и эти задачи реально становятся все длиннее, и их все дольше выполнять. А почему? А потому что контента дальше нет никакого. Вот так вот. Но сказали, что там дальше будет много побочных квестов. Или, скорее всего, имели именно в виду эти задачи. То есть они очень долгие. Так, сосисочки. Так, ну слушайте, у меня феечки справляются. Все окей с этим. Музычку чуть погромче и поехали. Поехали, феечки справятся. В комментариях написали, что глобус, да, реально лучше убрать себе в кабинет, потому что их постоянно прокидывают. Ну, слушай, как я ответила в комментариях, лучше, если мы возьмем чью-то голову и повесим. И будет красиво, и тогда, я думаю, никто не будет опрокидывать мой глобус. Никто, они побоятся потом это делать. Угу. Так что вместо глобуса будет стоять и голова. Именно вот так вот. Так, давай-ка это уберем. Что нам еще делать, как бы? Я спокойно здесь все успеваю. Все отлично. От этой опачки. Ага. Все хорошо, слушай. Я успеваю, все замечательно. Только у меня вот здесь нет напитков, кстати. Надо делать напитки. Да, мне сказали, пора бы нанимать на бармена, потому что я не успеваю. Но я-то успеваю. Все отлично, все чики-пуки, я успеваю. Мне наоборот нужны руки официантские. А напитки я сама налью. Так что все хорошо у нас в этом плане. Если что, пиши в комментариях подсказочки, что-то интересное. Может, что связано с квестами, какими-то вот сказочными за пределами нашей таверны, потому что много чего непонятно. Совершенно. И у нас закончились бокалы. У нас закончились чистые бокалы. А если у нас закончились чистые бокалы, значит, у нас на кухне нет воды. А именно в раковине нашей. Угу. Так я и думала. Оп, водичка. Вот, посудка не моется. Это в чем проблема? Так, супчик варится, а супчика нет. Супчика нет, кстати. Вот это я вот сюда выкину. Это вот сюда. И мясо. Во, отлично. Так, мадам, пройдите, пожалуйста, к выходу. Вот туда примерно. Угу. Надеюсь, посадка была хорошей. Так, аккуратненько, пожалуйста. Вот я не понимаю, вот зачем здесь придуманы эти декорации, если их легко сбить? Я вот не понимаю, какой в них смысл тогда? Не понимаю. Так, надо наделать и здесь напитков. Более сейчас ночь, мы спокойно можем делать всякие запасики, всякие заказики. Сейчас еще купим ресурсов. И, наверное, может что-то присмотрим из... декорации, может, новой? А почему бы и нет? Это тебе. Так, а вот это мне. А вот это мне. Там целая банда идет. Я жду не дождусь, когда выйдет новое обновление. Потому что, знаешь, я вот что-то предчувствую. Вот как только мы апнемся до 12-го, уже все. Больше расти некуда, то есть будет скучно. Один тот же контент, и нам придется прекратить играть. Обидно. Ну, что? Симуляторы выходят постоянно, всякие новенькие. Каждый будет симулятор заменяться другим. Это нормально. Угу. Прекрасненько. Так. Это у нас все выполняется. Тут у нас все хорошо. Знаешь, что я подумала? Я могу вот так вот сделать. Их сюда выставить.
Вот. Вот. Так сказать, наделать запас. Здесь больше никаких запасов не надо, получается. Здесь всего один напиток и сыр из еды. Все, здесь больше ничего не надо. Поэтому иметь запасики, думаю, здесь хорошо. Особенно, когда у нас будет полная посадка днем. Прекрасно. Еще? Угу, и оно пошло по одному месту. И оно как раз-таки пошло по одному месту. Угу. Так, а где у меня грязь? Я не пойму. Я, кстати, что-то не пойму. Где у меня грязь? Да, ты, как обычно, не видишь меня. Видишь, то есть меня, но не видишь то, что находится за мной. Вот. Я, как обычно, забываю. Ты мне напоминай. Хотя я все равно забываю, откуда вы это несете. Так, давай воды сначала нальем. И мне очень интересно, где у нас грязно. Подожди. У нас везде чисто. Почему грязь? Окей. Сейчас пойдем на поиски грязи, получается. Так, мясо, дрова, дрова. Угу. Ладно, с этим потом разберемся. Давай сначала наделаем запасы. Запасы. Именно запасы. Да. Сейчас, а то тут горячо становится, надо холодить. Попрошайка пришла. Попрошайка пришла. Там, так, это сюда. Что тебе надобно? О, давай ее первый раз прогоним. Не осталось в мире добрых людей. Ну, конечно, не осталось, конечно. Ты каждый раз приходишь и у меня просишь. Я тебе каждый раз все даю и даю. И что, и что? А все, лавочка закрыта. Готово. Так, водички сюда. Ага, давай доставочку закажем. Доставочка, ресурсики. Колбасочки. Вот это вот дело. Дальше вот это вот. Вот этого. Кстати, надо сейчас покормить феечек. Слушай, феек, феечек надо покормить. Я чуть не забыла. Я чуть не забыла. Корм. Чуть не забыла феечек покормить. Ё-моё, представляешь? Реально, чуть не забыла. Что ж такое? Ого! А что там такое горит, слушай? Это какие-то... У меня что, проблем? Или это гром? Просто такое чувство, что у меня сейчас текстуры мигали. Как будто это не гром виноват. Господи, опять шторм. Опять шторм начался. Так, 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 так. Опять шторм. Так, 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 я хотела дрова взять. Подождите. Дрова, дрова. Дрова, дрова. Дрова. Не-не, все нормально, это походу не у меня. Так, а что там за дым? Неужто это тот лагерь с костром или это что-то... Да, это лагерь с костром, походу. Ничего себе, опять грозовой шторм. Кто-то здесь был совсем недавно. Да, я это помню. И я это помню. Это вот какое-то деревце. Непонятное. Где... Возле чего? Хрен его знает. Ух, погодка, конечно, портится. О, у нас сейчас грязи будет в таверне. Дофига. Если здесь это работает, реалистичность, то здесь ее сейчас будет дофига. Так, давай, у нас там реально дров нету. Нам это надо сейчас наделать, нарубать. У нас один заказ висит, так что пока все хорошо.
Так, где мои дровишки? Где мои дровишки? Где мои дровишки? Вот сюда дровишки. Раз. Так. Заказ и грязный стол. Срочный заказ. Хорошо, я думаю, они справятся спокойно. Мне даже не нужно, как бы, думаю, рвать когти. Я думаю, все будет хорошо. Я думаю, все будет хорошо. Два срочных заказа. А я думаю, теперь один срочный заказ. Я думаю, все будет хорошо. Один срочный заказ. Всего один. Всего один. Все, больше ничего. Никаких заказов срочных. Ничего такого. Так, давай посмотрим, где мы можем прибраться. Вот они тут наблевали. Как обычно. Почему я не удивлена? Так. Вот еще. Угу. Мое деревце. Совестное. Совестное. Так. Ой. Возьми, возьми, возьми швабру. Вот оно, во-во-во-во. Постоянно здесь следы свои стоят, оставляют, а я не могу потом нормально полы помыть. Да господи, да хватит мой глобус трогать. С ума сойти. О, пошло, поехало. Слушай, вот оно, пошло, пошло. Сейчас грязь-то будет везде. Грязь будет везде. Здравствуйте, ёшкин, мазрёшкин. Это потому что там гром, молния. Дождь. А дождь что не идет? Все, погода закончилась плохая. Ну ладно. Так, раз, два, три. Я взяла четыре. Ну ладно, один сюда. Так, хорошо. Это грязная посудочка. Так. Угу, напитки понесли. Ага, супчики, супчик. Супчик, 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 супчик. Так. Ага. Угу. Угу, все хорошо, в принципе. Так, я могу вот здесь пока наделать напитков. Их точно у меня мало. Грязный туалет. Пошли по туалет, слушай, пошли по туалет. Что еще делать? Заказик. Но не страшно. Всего один. Слушай, где полная посадка? Почему ее нет? Почему я не кручусь, как белка в колесе? Почему так нормально? Где все люди? Мне нужно по-быстренькому выполнять задание. Может, чем быстрее их буду выполнять, тем больше они будут приходить? Я вот не знаю даже. Два грязных стола. И все. Даже заказа нет. О, заказ. Ну, это один. Один неинтересно. Так, поехали. Раз. Два. Оп. Это я вам раздам. Хорошо, супчика они понесли. Отлично. Это мне надо прибраться. Это мне надо прибраться. Хорошо. Тут мне тоже как бы надо прибраться. Угу. Так, тебе чего? Тебе чего? А, вот этого на коктейль. Держи. Держи свой молочный коктейль. С каким-то привкусом странным. Бу-га-га. Так, ага, они уже все быстренько сделали. Какие они молодцы. Только они долго несут суп. Они долго несут суп. Вы очень долго несете суп, ребята. Нельзя так. Это не дело, понимаете? Это не дело. Так. Так. Раз. Два. И мясо. Оп. Так, нужна еще сосиска. Сосиска, сосиска несется. И мясо. Мясо. Нужно мясо, ребята. Мяско, 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 мяско. Пожалуйста, мясо. Так, у меня тут люди. Так. Здравствуйте. Ага, еще два сыра вам надо.
Держите. Но больше никого. Хорошо. Так, ну поехали. Я вам скажу. Так, раз. Два. И три мяса. Одно мясо понесли. Два мяса возьму я. Грязь вот сюда. Угу. О-о-о. Так, не, ну дальше они справятся. Слушай, там всего-то по одному мясу надо принести. И всего два грязных стола. Грязными столами я сама разберусь. Ага, быстрый заказ. Быстрый заказ. У меня суп. Два напитка. Колбаса. Мясо. Давай-ка. Сейчас вам выдам заказ. Держите. Приятного аппетита. Ага, новое задание. Повысить свою репутацию. Ура! Ура! Я могу наконец-таки это сделать! Ура! Так, 9-й уровень, господи. Расширение таверны. Новые клиенты, новая мебель, новая декорация, уникальные гости, новые события. Ну, ура! Наконец-то! Я это сделала. Пора обслуживать клиентов. В смысле? Да я и не заканчивала. Я и не останавливалась. Ого, задача, слушай. Так, у нас точно она расширилась. А вот где? Вау, ни хрена себе. Ничего себе, ёпта. Фига, какие размерчики у нас огромные, оказывается. И слушай, ну это прям люто. Это прям... достойно уважения. О, так. Так, пошли сейчас дальше улучшаться. Я думаю, они сейчас справятся сами. О, у нас даже улучшилась комната. Вот этот столик появился, вот такая штучечка. Лечь спать. Я могу лечь спать даже. Прикольно. Прикольно. Так, ладно, давай-ка, что у нас за улучшение? Винная бочка. Больше посуды. Давай-ка. Склад. Расширение. Давай-ка. Полки для сыра. Давай. Отличненько. Дальше. 10-й левел. 10-й левел. 10-й левел. Конечно. Конечно. Ждем 10-й левел. Так. Это вроде вам надо срочно, да? Хорошо. Так, что кому? Супчик. Это... держите. У меня для вас ничего, есть только грязная посуда. Уж извините. Так, это сюда, а это вот я возьму и вот сюда. Так. Всё. Так, нужно дрова, ага, и заказы сделать. Нужно заказы сделать, нужно сделать заказики. Нужна доставка, кстати, мебели. Я могу столы заказать, нормальные, адекватные столы. А, дорогая мебель. Угу, и железная. Во. Мы сначала так. Срочный заказ висит. Засмотрелась на срочный заказ. Так, смотрелась на срочный заказ. Доставка пришла. Угу, отличненько. Так, все, вечером у нас будет небольшая перестановочка. Поскольку у нас есть расширение. Это раз. И теперь два. Так, надо это убрать. И вот это вот тоже убрать. Так, поехали. Теперь мне нужны ресурсы. А можем, кстати, посмотреть украшения. Вот такие вот. Ух ты, какие красивые. А давай по три штуки.
денег много. Почему бы и нет? Так. О, красота. Красота, смотри. Смотри, какая красота. А, места нету. Ладно. Ладно. Ладно, раз нету места, ладно. Так, это я заберу. Ну, вроде бы все. Так, сюда нужно воды. VIP-заказ и заказ. Окей, все нормально. 50 штук. О, господи. Реально, у нас задача все больше и больше. Капец. Угу. Так, а теперь нужно ресурсы заказать. Давайте еще ресурсы закажем. А, ему надо обратно поехать. Окей, хорошо, я подожду. Подожду. Так, вот это я уберу. Так, вроде у меня всего хватает. Надо наделать напитки все же. Два грязных стола, один заказ. Два заказа. Просто два заказа. VIP-заказ. Угу, так, хорошо. Так, теперь давай-ка сделаем доставочку, ресурсики. Эль закончился, надо побольше эля. Колбаски заканчиваются, естественно. Овощи тоже нужны нам. Мяса нету. Так, это да. Вот этого у нас совершенно мало. И вот этого. Отлично. Поехали. Так, срочный заказ. Всё, на, на. Ой, ой. Держи свой супчик. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Что-то. Хорошо. Они все носят, все хорошо. Все отлично, все. Так. А вот здесь я смотрю, у нас коктейли нет. Срочный заказ. Это ты, что ли? Нет. Нет, не ты. А кто, интересно? Интересно, а кто тут-то? Так, ладно. Блин, срочный заказ. 38 секунд. 35. Что? Суп. Господи, почему вы суп не подали ему? Так, у меня доставка пришла. Кушать. Еда, мяско, напитки. Да. Отлично. Так, давай поехали вот тут вот. Начнем выставлять мебель. На четверых сначала давай. Давай, естественно, сначала на четверых выставим. Красиво? Я думаю, красиво. Почему бы и нет? Так, думаю, вот сюда вот. Как лучше сделать? Вот так вот? Чтоб никто не смотрел? Блин, я вот не знаю, как даже лучше сделать это. Ой, я тебя не ставила. Ты чего? Стой, подожди. Я хочу тебя переместить. Подожди. Во. О? А? Норм? Норм? Так пойдет? Неплохо смотрится? Или нормально? Или нет? Блин, нормально или нет? Я не знаю. Так, ладно, что у меня тут еще есть? На двоих.
Окей. Ну, вроде нормально. Слушай, ну вроде как нормально. Хотя можно было и так их поставить спокойно, я думаю, да? Просто так не видно немного. Совершенно не видно, что здесь происходит у них. Так, давай-ка я наоборот поставлю. Вот так вот. Вот так вот можешь поставить. Так совершенно видно не будет, да? Так совершенно не будет видно, что там и как там. Вот. Типа вот так вот идешь, и ты даже не видишь, что там происходит. Как бы только отсюда ты видишь. Я не знаю, как их расставить, потому что вот эти вот стенки, они какие-то странные. Очень странные. Очень странные. Я не понимаю, как это все ставить, серьезно. Как это не камильфо здесь совершенно их расставлять. Реально, вот так идешь и не видишь, что происходит. Так что, наверное, да. Наверное, все же поставим мы с тобой вот так вот. Наверное, пусть будет вот так. Во. Ну, пойдет. Слушай, нормально. Нормально. Так. Дальше. Например. Дальше. Можно поставить вот это вот так вот, да? Хотя нет. Давай вот так все же поставим. Так, это я отсюда сейчас уберу. Так, мне нужны одиночные столики. Одиночные можно реально вот сюда спокойно поставить. Как лучше поставить, я вот думаю. Норм, норм, вообще ничего не видно. Вообще совершенно ничего не видно. Вообще идеально. Да почему ж вам не приносит никто ничего, а? Заигралась я с этими столами, совершенно даже забыла про свои запасы. О, самое сложное реально эти столы выставить. Они странные, они максимально странные и неудобные. И не понимаю, почему так много места для них дало здесь, в VIP-зоне. У меня столько не бывает посетителей в VIP-зоне. Сколько там еще наливать? Два. Один. Еще один. Господи, сколько много. Зачем столько много? Так, ладно, они тут насрали, нагадили. Окей, хорошо. О, как раз таки мне вот сюда надо. Окей. Как раз надо почистить туалет. Потрясающе. Замечательно. Так, у меня висит один VIP-заказ. Так, давай водички сразу наберу. Я не знаю, нужна нам или нет, но, скорее всего, нужна. Вода нужна всегда. Если нет, то я поставлю запас просто воды. Так, да, вот видишь, 27 посуды. Не помыли. Не помыли 27 посуды. Так, вот это давай-ка я сюда. Хоп, а это хоп. Вот это вот хоп-хоп-хоп. Так, воды. Воды надо набрать. Водички набрать. Давай-ка. Вот сюда. Ага, отличненько. Так. Давай-ка. Здесь маленький столик останется.
Здесь у нас... Ага, их его вообще переставили, походу. Окей, пусть здесь стоит сейчас. Так, этот большой я, наверное, уберу. Инвентарь. Вот, возьму вот это. На шестерых. Слушай, слушай, здесь вот что. Так, теперь надо переставить. Поставить наоборот. Почему не ставится? А, там еще мешочек с денежками. Слушай, он вообще не ставится. Он завис. Он вообще не ставится. Он вообще не ставится, блин! Он не ставится, что делать? Помогите, я застрял, да помогите мне. Да, окей. Сохранение и выйти. Ага, полностью из игры. Ясно? Понятно. Каким-то чудом неведомым я возродилась и появилась снова здесь. Так, он сам в шоке. Посмотри, насколько он в шоке. Посмотри, насколько он в шоке, что случилось у нас. Так, давай мешочек этот заберу. Мани-мани. И поставлю, наконец-таки, эту гребаную мебель. А где мой стол на шестерых? А вот он, стол на шестерых. А вот и столик на шестерых. Оп. Смотри, как красиво. Так. А если я еще сюда поставлю столик на несколько человек? Так, ладно, давай. Что у нас тут на физическое? На пол. Смотри, как красиво будет. Смотри, как красиво. Боже, как оно красиво. А насколько оно большое? О, оно прям большое, смотри. Так, гномик, прости. А, зеркальце, ты здесь вообще не кстати. А сейчас, слушай, гномик, ты отлично тут стоишь. О. Гномик, ты превосходно здесь стоишь. Все, у нас сейчас таверна просто преобразится. Ну, я надеюсь, конечно. Если нет, то как бы все хана нам. А куда я тебя могу повесить? О, ну давай сюда, слушай. Здесь пока висит. Так. С этим кустиком явно теперь все по-другому смотрю. Так, 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 так. Тебя, бонсай, бонсай, подожди, вот тут постой, бонсай, бонсай, вот тут постой. Так. Это мы убираем в инвентарь и выставляем стол на четверых. Вот такой вот красивенький. Ага, тут мешочек. Тут еще мешочек с денежками. И еще мешочек. Прикольно. Нормальные тайнички. Оп. Нормуль. Смотрится неплохо. Так, теперь убираем мешочек. Так, ставим стол сюда. А, его нету. А его нету. А его нема, к сожалению. Так что, походу, пока только вот так вот оно все будет. Ладненько. Так, тебе тоже уйти отсюда нужно. Это у нас столики на четверых, скорее всего. Я могу сюда еще один столик поставить. Например, просто хотя бы вот этот. Да? Или нет? Или да? Я хочу просто сюда еще поставить этот бонсай. Цветок.
Как мне его поставить, если у меня здесь стоит вот эта штука? Вот. Я хочу вот сюда поставить. Вот. 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 Смотри, какая красота. О! Красотень. Кстати, туда я могу... Во! Вот что я могу сюда запихать еще. Конечно, не видно этого дела. Этого дела не видно, к сожалению. Интересно, они могут их опрокидывать или нет? Они их могут опрокидывать? Блин, очень интересненько. Мне нравится, как смотрится. Я могу сюда поставить? Блин, ну почему я не могу сюда поставить? О! Смотри, как красиво. Смотри, как свежо стало сразу. Так, давай-ка теперь вот этот горшочек вот сюда поставим. А второй я могу вот сюда поставить? А второй могу вот сюда поставить. Смотри, как красиво. Красиво, красиво. Так, пока все хорошо. Чуть-чуть засрано, конечно, но ничего. Нормально все. О, слушай, даже не сдвигаются. Прекрасно. Прям живенько стало, живенько, естественно. Естественно, стало очень живенько. Так, мне стало интересно, насколько их можно подвинуть. Оп. О! Норм? Я думаю, пойдет. Я думаю, пойдет. Так, что у нас можно на стену повесить? Типа того. Нормально. Так, картина. Целая картина. О! О! О, целая картина. Картину целую можно повесить, например, вот сюда. Во! Красота! Так, на пол. Что мы тут еще ставим? Что-то лавандовое. Красоты. Так, тут оно мешать будет. Тут оно будет мешать. Тут у меня прям перед носом будет пахнуть, естественно. Я думаю, мне особо понравится это дело. Давай-ка я отправлю это вот сюда. Хотя, как мне сюда это отправить? Если даже не знаю, что где здесь будет находиться. Что где и как. Угу. Примерно такая же игра. Что где и как. Так, вас я отсюда убираю, я вас отсюда переселяю. Так, вас я вот туда вот. Ага, вот это я пока убираю. Это я пока выставляю. Оп. Готово? Готово. Так, дальше. Вот это у меня будет, ну, наверное, примерно вот так стоять. А, пусть вот так стоит. Почему бы и нет? Да? Сейчас, подожди, подожди, подожди. А, вот так вот сделаем. Во. А там у меня дырка. Да, там у меня дырка. А там, поскольку у меня дырка, я могу цветы поставить. Какая-то фигня, слушай. Мне не нравится. Слушай, мне это совершенно не нравится. Я за то, чтобы вот с этими столами разобраться уже, может быть, в следующей серии. Потому что как-то, ну, непонятно все здесь у нас. Максимально непонятно. Я не знаю, как это все уставлять. Вот так вот. Так. Вот это, ну, наверное, вот так вот лучше выставить. Вот. Думаю, вот так вот. По этой стеночке у меня будут тогда вот эти вот так вот стоять. Столики маленькие. Так, этот подсвечник я уношу. Уношу. И вот сюда пока поставлю вот сюда. Так, этот столик пусть здесь будет. Мне он, в принципе, тут нравится. Меня это устраивает. Так, у нас, кажется, еще были столики, мебель. А, вот. Два вот таких столика.
Давай их сюда поставим. Раз. И вот сюда тоже. Хотя нет, давай вот туда. Во! Смотри, как неплохо получилось. Ну, вроде нормально. Я как раз таки могу вот эти свечки поставить вот сюда. Чтобы не было темно. Во. В принципе, весь зал видно. Все отлично. Напитков у меня нету. Посуды у меня тоже нету. Засранность полнейшая. Я попрошу их уйти отсюда. Я попрошу их, пожалуй, отсюда уйти. Нищенка, иди отсюда, пожалуйста, уходите. Уходите, у меня грязь полнейшая в магазине, капец. Блин, засрали, посмотри, как они засрали. Они специально еще срут идут. Капец. Господи. Мне, чтобы это все отмыть, я не знаю, что мне сейчас надо сделать. Ё-моё. Я не знаю, что мне делать. Слушай, я не знаю, как это убрать. Как мне это теперь убрать? Как мне это теперь убрать? Я не понимаю. Господи, боже мой. У меня, не поверю, сколько заказов. У меня сейчас дофига заказов там просто. У меня сейчас очень много заказов. Господи, что мне делать? У меня очень много заказов. У меня ничего нет. У меня ни напитков. У меня ничего нет. Божечки. Слушай, запара пошла. Лютая запара пошла. Походу, 6 заказов и 4 VIP. Вот что значит отвлеклась на чуть-чуть. Так, что у нас? Давай, раз, два, три. Раз. Раз, Эль. Так. Дальше поехали. Что, посуда не моется? Посуда не моется, потому что воды нету. 35 грязной посуды. Ё-моё! Я не успеваю ничегошеньки! Что делать? Что делать? Я не понимаю, что делать. Нормально не понимаю. Мяса нету. Мяса нету. Мяса нету. У меня ничего нету. Мяса нету, ничего нету, дров нету, ё-моё. Что происходит? Что делать? Как это случилось? Как так случилось? Что произошло? Я не понимаю. Как это все дело случилось? Воды, воды надо еще. Надо еще воды. Срочно заказ. Там еще срочно заказ. Боже мой. Нифига себе, что происходит? В какой момент? В какой момент это стало? Скажите мне, пожалуйста, в какой момент это случилось? Срочный заказ. Он, походу, не здесь. Срочный заказ. Напиток. У меня нету посуды. У меня нет посуды для напитка. У меня нет посуды для напитка. У меня нет посуды для напитка. У меня нет посуды. У меня нет посуды. Она еще моет. У нее нет ничего. Все, мужики ушли. Мужики ушли. Ушли. Ладно, давай-ка на этом моменте с тобой приостановимся, потому что запара пошла полнейшая, и продолжим уже играть в следующей серии. Так что спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходить в уведомления о следующих роликах и стримчиках. И заходи во вкладочку в сообщество на канале. Там заранее я делаю анонсики. Если, например, стримчика не будет, или ролика. Или я его переношу. Так что все. Все ссылочки в описании канала. И всем пока.